В субботу 19 сентября в мире отмечался Международный день чистоты в прибрежных зонах. По этому поводу ответственными госорганами и неравнодушными гражданами была организована акция по очистке берегов Актюбинского водохранилища от мусора, скопившегося за лето. В сборе отходов приняли участие активисты местных волонтерских организаций, работники городского акимата и акимата Алматинского района, а также ряда областных департаментов. Всего порядка 300 человек. Многие пришли со своими детьми. За несколько часов работы участниками своеобразного субботника с прибрежных зон Актюбинского водохранилища было убрано около 30 кубов мусора. В основном пластик и стекло. Была проведена акция всемирная. Небольшой такой субботник у нас в Актюбинской области прошел совместно с ДЧС, Актюби Дыши, амбассадор. Мы, волонтеры «Чистые берега», сегодня вышли на уборку, сделали очень большую работу. Хотим призвать всех жителей города Актюбе, чтобы все-таки перестали, наверное, как-то загрязнять нашу природу, нашу землю. Очень, думаю, своевременная, нужная акция. Мы, как гарнизон спасателей, ЧСников, переживаем за состояние наших акваторий. Если этот мусор не убрать под осень, то за зиму его задует в воду, и завтра этот весь мусор будет в воде. Когда пойдет паводок, будут образовываться заторы на шлюзах, на дамбах, то есть мы получим другую проблему. Поэтому низкий поклон и большая благодарность всем гражданам, жителям города Актюбе с неравнодушными сердцами. Очень приятно, что многие пришли еще со своими детьми. Здесь очень, еще, наверное, второй эффект воспитательный. Мы воспитываем будущее поколение взрослых, которые будут знать цену чистоте, цену экологии, цену этой природе.